Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня предлагаю приготовить вот такие вкусные молочные коржики. В миске соединяем мягкое сливочное масло, сахар, яйцо и соль. И все пройдемся лопаткой. Перемешали, добавляем молоко и соду. Перемешиваем еще раз. Всыпаем крахмал. Я взяла крахмал кукурузный, можно взять картофельный. И в 2-3 приема добавляем муку. Муку я заранее просеяла. Собираем всю муку со стеночек и долго такое тесто не замешиваем. Соединили в комочек. Как видите, тесто мягкое. И отправляем в холодильник минут на 30-40. Друзья, прошло 30 минут. Достаем тесто из холодильника. Раскатываем. Если вы хотите, чтобы печенье получилось хрустящим, можно раскатать потоньше. Если хотите, чтобы печенье получилось мягким и рассыпчатым, можно раскатать потолще. Вырезаем любой фигуркой печенье. Я взяла вот такой цветочек. Духовку нужно заранее разогреть до 180 градусов. С помощью шпателя можно взять заготовку для печенья и перекладываем на противень. Заготовки для печенья смазываем желтком без белка. Можно посыпать сахаром или кунжутом или маком, кому как нравится. Я прохожусь вот так вот вилочкой и отправляю в духовку. Еще раз повторюсь, что температура в духовке 180 градусов. Выпекаем до готовности. Обычно такое печенье выпекается в пределах 15-20 минут. Друзья, печенье было готово через 20 минут. Вот такое оно румяное, красивое. Сейчас я даю печенью остыть, а потом покажу его в разломе. Друзья, печенье остыло. Посмотрите, какое оно с обратной стороны. Ну давайте посмотрим, какое оно в разломе.
И вот посмотрите, какое оно в разломе. Это те самые коржики, которые когда-то продавали в нашем детстве. Молочные коржики. Друзья, приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким.